Манамапи Сюти Путрам Атра Сурупам. Рупам Тася Грача Мури Пури Матури Кусвати Радха Кунда Магиривадам Агурарика Пратитакрипая Суи Гурум Дамнатосми Гураве Гаурачандрая Радикай Тадави Кришная Кришна Бхактая Тад Бхактая Намо Нама Анандалила Майя Викрахая Хима Паддипьяшчави Сундарай Касмай Маха Премараса Прудай Чайтанья Чандрая Намо Намасте Чайтанья Чандрая Намо Намасте Чайтанья Чандрая Намо Намасте Шикар Смарха Смурли Манохара Радика Раскама Макрипа Митхей Суприя Чарна Кейм Курям Куру Тавай Васми, Тавай Васми Нати Вами Твоя Бина Тилитяя Деви Там Нама First of all, I offer my sastangana to Pushpanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaradhyatama Guru Padapadama. Nityalila Pravishta Om Vishnu Bhara Ashtotara Satasvi Rupanuga Charyorya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami. Прежде всего я предлагаю свою шаштанду отдавать Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя. Nityalila Pravishta Om Vishnu Bhara Ashtotara Satasvi Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи поклонов лотосных стоп моего Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей Шри Рупануги Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the Sangha Vaishnava and Vaishnavis. Завершение кланяюсь всем Вайшнавам и Вайшнавам.
Сила Бхактинанда Такур in his Jiva Dharma has given the essence of the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu in one verse that is called the Dasamul Tattva, 10 Shiksha, 10 teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, which are the roots of the entire philosophy. Jiva Dharma Srila Bhaktivinoda Thakur выразил 10 учений Шри Чайтанья Махапрабху в одном стихе «Дасмул Татва». И этот стих является таким корневым учением Гаудия Вайшнавской философии, традиции нашей. So, the first one is Амная Праха. Амная Праха – это первое учение Шри Чайтанья Махапрабху. It is the subject of Праман Таттва. The principle of evidence. Амная Прага относится к категории праман-татвы, то есть доказательств. The word prama means yatartha gyan, true knowledge, knowledge of something yatartha, as it is. Прам означает yatartha gyan, то есть истинное знание, как оно есть. So, that by which prama sadayati iti praman. That by which one attains yatartha gyan, brahma, is called praman. То, посредством которого человек достигает это истинное знание, как оно есть, называется праман. So, our evidence to understand the reality, the supreme truth, is guru parampara dvara prapta veda vakya. The statements of the Vedas received in Sri Guru Parampara, from guru to disciple, coming originally from Krishna to Lord Brahma to Narad Vyas and so on. Что является методом постижения истины для нас? Down to today. Это ведические утверждения, которые нисходят по Гуру Парампаре, переходят от Гуру к ученика и доходят до нас. So, when we receive the statements of the Vedas in Guru Parampara, then we receive them in a properly adjusted way, in the proper perspective. Because if a person will try to study the Vedic scriptures independently, quite frankly, they will misunderstand. Когда мы получаем ведические знания через Гуру Парампару, мы получаем самое уместное, самое актуальное для нас. Что, честно говоря, если человек будет самостоятельно изучать ведические писания, скорее всего, очень вероятно, он придет к неверному выводу, получит совершенно неправильное понимание. So many persons who are without a bona fide Vaishnava parampara, they study the Vedas and they come to the conclusion that I am God. Многие интересуются ведическими священными писаниями, но изучая их вне контекста определенной вайшнавской традиции, они, изучая Веды, приходят к выводу к тому, что они сами являются Богом. We are all God. Что ты Бог, я Бог. In fact, the idea of we is an illusion. There's only Brahman light. Да и вообще, ты, я, мы — это все иллюзия, потому что есть лишь Брахман, лишь свет. So they come to wrong conclusion. То есть они приходят к совершенно неверному выводу. Then, even those who, by studying the scripture, come to realize that actually I am a soul and I am the servant of Bhagavan. Некоторые, изучая ведические писания, понимают, что они являются душой и слугой Бхагавана. Among them, there's so much confusion about who is Bhagavan. Is it Shiva? То есть люди даже понимают, что есть душа, есть Бхагаван, но потом начинается неразбериха, какая-то споры по поводу того, а кто такой Бхагаван. Is it Surya Dev or Indra? Может, это Шива, или Surya Dev, или Индра, или Ганеш. Кто этот Бхагаван главный? Those who realize that the Vishnu Tattva is God, they are quite rare. Очень редкие личности приходят к
конкретному пониманию, это может быть лишь категория Вишну Таттва относится к этой категории Бхагавана. And among those who know that the Vishnu Tattva is God, how many great scholars consider Lord Narayan to be Bhagavan? And he has many expansions, and one of them is this coward boy Krishna. Но даже среди... Just like when Chaitanya Mahaprabhu came to South India, and he stayed in the house of Venkata Bhatta, with his brothers Trimala Bhatta and Prabodhananda Saraswati, they were all in the Sri Sampradaya, and they said, Lord Narayan is supreme, and he has many incarnations, and Krishna Vrindavan is just one of them, one Vilas Murti. И даже среди тех редких личностей, которые приходят к четкому пониманию, что Вишну Таттва лишь относится к категории Бхагавана, Верховного Господа, даже среди них многие не знают, кто именно из ипостасей Вишну является Верховным Господом. Потому что многие считают, что, например, Вишну или Господь Нарайана — это и есть Бхагаван, например, как семья Венката Бхатты, которых Чайтанья Махапрабху навестил Шри Рангам во время Чатурмаси. Они все считали Венката Бхатта, его братья, что Господь Нарайана и Лакшми — это высшие Иштадеваты их. А Кришна — это просто Вилас Мурти, то есть аватара, проявление всемогущего Вишну. Alright, let's say by good fortune you came into a tradition and you understood Krishna is God. Ну скажем, вам очень повезло. Swayam Bhagavan is the origin of all the incarnations. Вы попали в истинную традицию и узнали о том, что Кришна является Swayam Bhagavanом, верховной личностью Бога. There are still unlimited ways to misunderstand everything. Но все же остается много путей для неверного понимания или искажения вайшнавской идеологии. Some people think that all the jivas in this world have fallen from Goloka Vrindavan. Некоторые, допустим, считают, что все дживы этого мира, что все упали с Голоки Вриндаваны, из духовного мира. That those have prem. And the definition of prem means that love which can never be broken. But somehow or other, they come here. Но надо понять, что быть на Голоке Вриндаване изначально необходимо иметь прему. А према, по определению, это та любовь, которая нерушима. То есть, как же надо ее порушить, чтобы упасть оттуда сюда? Как так умудриться это сделать? Непонятно. Сарвата двамса рахитам сатапи двамса карнея бава бандана юдаса према прайтиртита. Prem is famous as that bondage of emotion, which even if all the causes are present to break the love, but the love is never broken. This is called и что непонятно, потому что по определению и вообще према славится своей нерушимостью, что это та сила любви, которая уже вечна, она неистощима. And out of thousands and thousands of people who think that we have fallen from that, some may discover actually it's not possible. Из тысяч тысяч людей, которые верят, что дживы упали с духовного мира, единицы узнают истину о том, что это совсем не так. But they are arguing with each other whether or not the jiva has an inherent swarup or not. Вот те уже начнут спорить между собой о другой теме. Они будут спорить, отстаивать свои позиции, что у дживы уже зафиксированная духовная сварупа, или это что-то такое гибкое, пластичное, которое формируется со временем. And then even those who agree with each other on one side or the other, they're arguing with each other whether or not you can do Raganuga Bhakti without Siddha Pranami. А и даже те, которые уже единомышленники в одной идеологии, все равно могут спорить друг с другом о том, можно ли практиковать Рагануга Бхакти, не получив сначала Сиддха Пранали. And at which stage is the eligibility to practice Рагануга Бхакти? Потом они будут спорить, на каком уровне появляется эта квалификация практиковать Рагануга Бхакти. And even those who agree with each other on everything up to that, then they're quarreling with each other. Oh, maybe we can worship Chaitanya Mahaprabhu as Gauranaga. И даже те, которые вроде уже as the beloved of the Brahmin girls of Navadvip, very secret. Во всем согласны с друг другом, вдруг или кто-то из них придет к идее, может, надо поклоняться Чайтанье Махапрабху как Гауранга Надари Бхави, как возлюбленному всех девушек Навадвипы. And in this way, all over the world, among the Vaishnava community, there is a continuous and dumpster fires going on all the time. Поэтому повсюду в этом мире, в международных сангах, общинах вайшнав постоянно вспыхивают такие как пожары, какие-то споры, аргументы, стычки по вот разным таким идеям.
философски. And people are arguing. Everyone is quoting Shastra. И каждый цитирует Шастру в своих нападках друг на друга. One English poet, he said, William Blake said, both read the Bible day and night, but one reads black and one reads white. William Blake, английский поэт, сказал, что оба читают Библию днем и ночью напролет, но один видит черное, один видит белое. So, there's actually, you cannot just take a verse from here and a verse from there and say, this is the Pramana. Нельзя выборочно просто под себя там вырывать цитаты из контекста из одной шастры, из другой, сделать подборку и сказать, вот, я прав, потому что, видите, шастры так все это говорит. That is not the process. Это неправильный процесс. For example, someone will take a verse from Hari Bhaktivilas. It says here, Sanat Goswami is saying, you have to wear white cloth. Кто-то возьмет цитату из Хари Бхакти Виласу и скажет, видите, вот Сананда с вами четко говорит, что нужно носить только белую одежду вайшнаву. So why are you brahmacharis and sannyasis wearing saffron? И станет говорить, что брахмачари, саньяси, зачем вы носите шафран? Because it says here, shukla vastra, white cloth. Вон конкретно в Хари Бхакти Виласе говорится, что нужно носить светлую белую одежду, шукла вастру. But when you look at the beginning of the chapter, it is saying, now we will give instructions for grihasthas what to do when they're worshipping their deities at home. Но если вернуться к началу этой главы в Хари Бхакти Виласе, то там написано, что эта глава предназначена для грихаст, которые живут в доме и поклоняются, что им следует делать перед тем, как поклоняться божествам. So this statement as adhikar, that is, it has authority over the later statements. То есть это получается зависимое отношение, уже более последняя мысль, она напрямую зависит от названия этой главы. So this is not the process to just take a statement from here, there, or anywhere and say this is my proof for my agenda. Просто посему это совершенно неверно вот так выдергивать цитаты отовсюду из шастры и составить себе тезис с вашими идеями. And by doing this, many different groups are arguing with each other and misunderstanding. А как возникают эти споры и почему они длятся? Потому что разные группы и делают именно вот это. Они составляют подборку выдернутых цитат из шастры и обрушивают это все на голову противника. Once a Brahmin from Bengal came to Jagannath Puri and he had written some poetry and he wanted to read it to Chaitanya Mahaprabhu. Однажды один бенгальский брахман прибыл в Джаганнатха Пури с мечтой зачитать свою поэзию Чайтанья Махапрабху. But anyone could not just go and read something to Chaitanya Mahaprabhu. Но никто не имел прямого доступа к Чайтанья Махапрабху. Because his heart is very sensitive. Потому что сердце Махапрабху было очень чутким, таким нежным. Расобаса джади хой, сиданта вирод, сахити на пари прабху мани хай крод. It is said that, though Chaitanya Mahaprabhu is tanada pisu nichena, more humble than a blade of grass, he would become angry. Crowd. He would become angry if you hear rasa bas, improper presentation of spiritual mellows, or siddhanta virod, the incorrect philosophical conclusions. Говорится, что Чайтанья Махапрабху, несмотря на то, что он был смиренней стебелька травы, он приходил в ярость, если он слушал какую-то искаженную сиданту неверную или раса бхасу, какие-то нарушения вот этих расичных правил. Правил существования расы. Это приводило его в полную ярость. So, to prevent the situation coming that Chaitanya Mahaprabhu would feel some pain in his heart, if someone wanted to recite something, they had to go through his secretary first for screening. That is, his secretary is Saurabh Damodara Goswami. И чтобы не рисковать там, тем, что кто-то может причинить боль сердцу Чайтанья Махапрабху своими какими-то выдумками или фантазиями, своей поэзией или чем угодно, все должны были обращаться сначала к секретарю Сурабху Дамодару, выражать просьбу, он проверял, что они хотели зачитать или показать, и только потом он уже решал, достойно ли это того, чтобы Махапрабху слушал это. So that Brahmin came and he was reciting his poetry to Сурабху Дамодару. Брахман пришел на аудиенцию со Сурабху Дамодаром и зачитал ему свою поэзию. Others who were there, they said, oh,
Саду, саду. Браво, very good. Другие вайшнавы, которые присутствовали при этом, им очень понравилась эта поэзия, они поаплодировали. But Sri Swarup Damodara Goswami said, Jaha Bhagavata Phara, Vaishnava Rasthane, Ekanta Asray Karo, Chaitanya Charane, Chaitanya Bhakta Gana Nitya Karo Sangha, Thabito Dhanibe Siddhanta Samudra Taranga. Swarup Damodara сказал следующее этому брахману. He said, if you want to study Srimad Bhagavatam, если ты хочешь изучать Шримад Бхагаватам, then you must sit at the lotus feet of a pure Vaishnava. Сядь у лотосных стоп чистого Вайшнава. And learn it from them. И познавай Шримад Бхагаватам от этого Вайшнава. And also, Ekanta Asray Karo Chaitanya Charane. In your heart, take one pointed shelter of the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И в сердце сфокусируй все свое самопредание и преданность на лотосных стопах Шри Чайтани Махапрабху. Чайтанья Бхактагана Нитя Кара Санга. Every day. Ежедневно. Every day you should try to associate with Чайтанья Махапрабху's intimate associates. Ежедневно ищи общение с приближенными спутниками Чайтанья Махапрабху. Gradually, gradually, by their association and by hearing from them, then Tabito Janibe Siddhanta Samudra Taranga, you will become immersed in the waves of Siddhanta. И постепенно, постепенно, благодаря общению с ними и их милости, ты начнешь плавать в волнах Сидданты, философии. So you may say, but I thought the Siddhanta was fixed. А кто-то может сказать, я думал, Сидданта зафиксирована уже. It is fixed. Да, Сидданта зафиксирована. From the perspective of certain adhikar. С ракурса определенных квалификаций, уровней. But when a person's adhikar becomes higher, they will see it in another way. And when he becomes higher, and so among the associates of Chaitanya Mahaprabhu, they say Siddhanta Taranga. These are waves in the ocean of Siddhanta. Но чем выше адикар, тем уже тем больше меняется ракурс понимания Сидданты, поэтому так и называется Сидданта Таранга, волны Сидданты среди возвышенных спутников Чайтанья Махапрабху. So, как они мыслят? Why do you have to take shelter of Chaitanya Mahaprabhu and his associates to understand the Srimad Bhagavatam? Why not go to the Sri Sampradaya or another Sampradaya to understand Srimad Bhagavatam? И почему такое требование излагается, что нужно принять прибежище Чайтанья Махапрабху и его приближенных спутников ради того, чтобы изучать Шримад Бхагаватам? Почему его нельзя изучать, отправившись там в Шри Сампрадая или в любую другую вайшнавскую сампрадая? Srimad Bhagavatam и Радхамой. The glories of Radharani are everywhere in Srimad Bhagavatam. Повсюду в Srimad Bhagavatam прославляется Шримати Радхарани. What to speak of other sampradayas, even Krishna cannot understand Shrimati Radharani. Что же говорить о других сампрадаях, самому Кришне Радхарани непостижимо. That's why he appears as Sri Chaitanya Mahaprabhu. Поэтому он и приходит как Чайтанья Махапрабху. Then he realizes, oh, what Srimad Bhagavatam is really all about. И лишь тогда он начинает понимать, о чем вообще гласит Шримад Бхагаватам. So if you take shelter of those who are the Kripa Patra, who are the recipients, the containers, Sri Chaitanya Kripa Baro Bhuvibho Bahavahantarako Vande Rupa Sanatano Raghujago Sri Jiva Gopalako. If you take shelter of those who are filled with the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, that is Krishna, after he realized the glories of Radharani, as they're described in Srimad Bhagavatam, then, only then, can we understand
the essence of Srimad Bhagavatam, the essence of Bhakti Rasa. Мы сможем постичь эссенцию суть Бхакти Расы и Шримад Бхагаватам, когда мы примем прибежище у тех, кто стали объектом милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Кто такой Шри Чайтанья Махапрабху? Это Кришна, постигающий Шримати Радарани, ее любовь. So, in today we're going to discuss the Mimamsa. Сегодня мы будем изучать Мимамсу. Mimamsa is the hermeneutics, that is the methods of interpretation. Это методика толкования. Мимамса — это метод трактовки, интерпретации чего-то. By which our Gaudiya Acharyas have established the profound meaning of the Srimad Bhagavatam in accordance with the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это толкование, посредством которого наши ачарьи доказали, то есть изложили истинный смысл презентации Шримад Бхагаватам в контексте настроения учения Шри Чайтаньи Махапрабху. There are six classical systems of Vedic philosophical schools. Существует шесть классических школ философии в Древней Индии. And the sixth one is Vedanta. Шестая — это Веданта. And Srimad Bhagavatam is the Srila Vyasadeva's own natural commentary on Vedanta. Шримад Бхагаватам — это комментарий на Веданту самого Шрилы Вьясадева. That is the conclusion. То есть это вывод. And that conclusion is appreciated by comparison with the other schools who have something right, but also something wrong. And by comparing them together, one appreciates the beauty and the symmetry of the conclusion of Vedanta and Srimad Bhagavatam. То есть вот этот вывод можно по достоинству оценить, если его сравнивать на контрасте с идеями других философских школ. So, the fifth school is called the Purva Mimamsa. Пятая система философская школа называется Purva Mimamsa. And it is the sage of that school is Jaimini Rishi. Jaimini Rishi заведует вот этой системой. Vedanta school, that means the earlier Mimamsa and then the Uttara Mimamsa. The later Mimamsa, that is Vedanta. То есть ранняя Мимамса — это Пурва Мимамса Джаймини Риши, а поздняя Мимамса — это уже Веданта. So, as we mentioned before, we cannot just take a verse from here or there and say this is the conclusion. Как мы уже говорили ранее, что нельзя выдергивать из контекста разные цитаты и складывать их вместе и придумывать какую-то свою новую интерпретацию. Because Srila Vyasadeva and the Rishis, the Vedic sages, have given their presentation in such a way that there's a methodology to extract their intentions. То есть Шрила Вьясадева излагал свои мысли определенным образом. Другие мудрецы древности тоже излагали свои учения определенным образом, который подвергается определенному методу интерпретации. So we want to illustrate how acharyas have used the Mimamsa, the techniques of interpretation presented by Jaimini Rishi, to establish that Sri Krishna is the supreme personality of Godhead. Я хочу проиллюстрировать, показать, каким образом наши ачарьи они использовали методику Джаймини Риши для того, чтобы доказать то, что Кришна является своим Бхагаваном, Верховным Господом. So in the first canto, chapter 3, в первой песне Шримад Бхагаватам, в третьей главе, Сутта Госвами Пад, he explains, Эйтэй чанса калапумса Кришнас ту Бхагаван Своям. Сутта Госвами объясняет, all the various incarnations that I have just described are expansions and expansions of expansions of the Purusha, Gavara Kshay Vishnu. Он сказал, что все вышеперечисленные мной уже экспансии в аватара являются экспансиями Махавишну. Gavara Kshay Vishnu. But Krishna's too, certainly Krishna Bhagavan Swayam is the supreme personality of Godhead. Here Swayam means that form of God who does not depend upon another form for his Aishwarya or his Madhurya, his opulence or his sweetness. Whereas all the other forms depend on him for their opulence and sweetness. И потом, кроме Кришны, который является своим Бхагаван.
Своем Бхагаван – это та форма Бхагавана, которая не зависит ни от кого другого в своей Айшварье и в своей Мадхурье. А с другой стороны, все другие ипостаси аватары полностью зависят от Кришны в Мадхурье и Айшварье. So, this statement is called the Paribhasha Sutra of Srimad Bhagavatam. Вот это утверждение считается Paribhasha Sutrой всего Шримад Бхагаватам. That means it's the defining statement. То есть это определение, определяющее утверждение. Just like if you bring a candle into a dark room, it illuminates the whole room. So this statement is like a candle by which the entire Srimad Bhagavatam should be, in the light of which the entire Srimad Bhagavatam should be interpreted. То есть это утверждение является ключом к пониманию всего Шримад Бхагаватам. Если вы вносите свечу в темную комнату, своим светом она озаряет все, вам становится все видно. И таким же образом вот это утверждение озаряет весь Шримад Бхагаватам. So this statement, Krishna Stu Bhagavan Swayam, is a Mahaviraja. И это утверждение называется Махавир Раджа. That means a great heroic emperor. Великий герой император. He's such a great heroic emperor that single-handedly, just as a Maharati king, can single-handedly fight with thousands of soldiers at once. So this statement can single-handedly overrule thousands and thousands of opposing statements. Это утверждение настолько могущественно, как могущественный император, который в одиночку может сражаться там с тысячами, он как Махарати воин, с тысячами воинов, то это утверждение в одиночку справится там с тысячами других опровергающих аргументов. So in the Vedic times, the king or the leader, he could not stay at home while the soldiers go and get killed. No. If you declare war, you have to be the first one on the battlefield. You have to fight and lead everyone. В ведические времена царь или правитель не мог отсиживаться дома в своем дворце, пока он посылал других на верную гибель, там, на поле битвы, на войну. То есть, если ты объявляешь войну, ты первым туда идешь, устрем, за тобой уже пойдут войска, а не наоборот, ты там всем бросаешь вызов и чужих детей туда посылаешь умирать под пулями. So the king leads the army into battle, and the others, the other parts of the army, all support him. Just like you can see in the beginning of Bhagavad Gita, on the side of Duryodhan, the main warrior and royal person was Bhishma. So Duryodhan says, now all of you soldiers and generals all give your support to Bhishma there. And on the other side it was Yudhishthira Maharaj. Царь всегда лично выходил на поле битвы, и, конечно, его сопровождали, поддерживали другие там генералы, войска, фаланги. Даже вот во время битвы на Курукшетре рядом с Дурьоданом был Бишма Дев, и Дурьодан объявил всем, поддерживайте, ну, всем важным воинам, поддерживайте Бишма Дева. Yeah. То есть дайте, окажите ему опору. And on the other side? А с другой стороны? Юдхиштхир. So, the king leads the army into battle. Царь ведет войска, он ведет за собой войска, битву. Войска поддерживают царя. But sometimes, just for the pleasure of the citizens, ради удовольствия подданных иногда, the king with his whole army and all the divisions of his army, he makes a military parade. Ради удовольствия like Victory Day. Царь может провести парад, как День Победы. You Russians understand. Русские, вы знаете, что такое парад. Вы любите парады. Вот. Царь может вывести все свои войска, показаться, блеснуть перед гражданами. So Srila Jiva Goswami said, Shobha Visheshena Prakshavatam Ananda Artam Chaturanginim Seinam Iva Anyam Vachana Srinim Upaharam. The meaning is that now I will present how the emperor, the Mahavir, the great heroic king, the emperor statement, Krishna Stu Bhagavan Swayam, is doing a military parade with Chaturanga, with the four divisions of his army, his elephants, chariots, cavalry, and foot soldiers. Джива Госвами говорит, сейчас я вам покажу, каким образом этот могущественный император, Кришна Сту Бхагаван Свайам, каким образом он выходит на парад со своими четырьмя дивизиями, там, со слонами, пехотой, кавалерией,
И колесница. Infantry, the foot soldiers, infantry. Пехота. Челядь. Колесница. So, pay attention. They don't know their own words. Chaturanga. Chaturanga. So now the emperor is making his victory parade. То есть он проводит свой день победы парад император. To give joy to all the citizens. Чтобы порадовать, развлечь подданных. So we have been introduced to the king. Who are the four divisions of his army? То есть мы уже познакомились с императором. Теперь надо узнать, кто эти анги, четыре дивизии его армии. So the charioteers in this military parade. Колесница. Are the statements of Srimad Bhagavatam. Колесница — это утверждение Шримад Бхагаватам. Which prove that Krishna is the source of all the Lila avatars, Guna avatars, and Purusha avatars. Которые доказывают, что Кришна является источником всех Лила аватар, Guna аватар и Purusha аватар. The elephant division, very heavy. Слоны, дивизия слонов. Is the statements that show that the sole intention of all the speakers and the hearers of Srimad Bhagavatam, you know, because there are many conversations inside a conversation inside a conversation. So the sole intention of every speaker and every hearer is only Krishna. Батальон слонов, вот эта дивизия, это утверждение, которое доказывает, что единственный истинный смысл и намерения повествующих и слушающих Шримад Бхагаватам — это единственная тема интереса для всех — это Кришна. They only want to hear about him. Что все хотят говорить и слушать только о Кришне. Then the next division in this parade. Третья дивизия этого парада. To give joy to all the people. Которые радуют подданных. That is the cavalry. Это кавалерия. And these are the statements of Srimad Bhagavatam, which establish Krishna's two Bhagavan Swayam on the basis of Sat Praman, what is called Sat Praman. These are six types of indicators. И вот кавалерия — это утверждение Шримад Бхагаватам, которые используют hermeneutical indicators. Their techniques of expression point to the ultimate purpose of the text. Это как указатели такие, трактовки смысла, которые подсказывают, подсказки такие, навигаторы, которые указывают правильное направление понимания смысла. Don't panic. Не паник. We're going to explain everything, everyone, one by one. This is just the outline. Сейчас это просто так. You can note it down. Это вступление всего лишь. Мы сейчас будем копать глубже. So then, the fourth division of the army. И четвертая дивизия. Is the infantry. Infantry. And the infantry. This is abhyas. Это abhyas. Abhyas means repetition. Повторение. What is being repeated again and again points to the goal of the script. То, что часто звучит, то есть повторяется снова и снова, доказывает, что это есть истинный смысл. So now we can watch the parade going by. Сейчас мы посмотрим, как идет парад. In the 10th canto, we see that when Sri Krishna was in the womb of Devaki. Десятая песня описывается, что пока Кришна еще находился в лоне Деваки. All the devatas gathered in the sky and they offered prayers called the Devastuti. Satyabratam satyaparamti satyam. Кармастути. Когда Деваки была беременна Кришной, то все деваты собрались и вознесли молитвы. Вознесли молитвы Кришнина, который был в лоне мамы. Garbha Suti. The prayers by the devas when he's in the garbha in the womb. Garbha — это лона, то есть молитва девот, которые они вознесли, когда он еще был. So in verse 40, they say, Matsyasva katschapa nirshinga baraha hangsa rajanya vipra vibhuteshu kritavataraha. O Supreme Lord, you have incarnated Matsya as the fish incarnation.
Верховный Господь, ты приходил в облике Матьи, рыбы, инкарнации. Ашва, means as the horse, Хаягрива incarnation. Как Ашва, то есть Хаягрива. Катчапа, as the tortoise incarnation, Курма. Как Курма, черепаха. Нарисинха, half man, half lion. Нарисимха, полулев, получеловек. Вараха, the bull incarnation. Вепрь, инкарнация, Вараха. As a Ханкс аватар, the swan incarnation. В облике лебедя, Хамсы. As Lord Ramachandra. Как Рамачандра. As Parashuram. Парашурам. And among the demigods you appeared as Lord Vamandev. А среди девы ты проявился как Вамандев. So here is this is the chariot division, right? Это пехота. The statements which are saying actually Krishna. They're not directly saying Krishna's two Bhagavan Swayam, but by saying that all these incarnations, then they're actually you. You are appearing in all these forms. It establishes, it supports the emperor, Krishna's two Bhagavan Swayam. То есть это вот дивизия колесниц. То есть они не говорят Krishna's two Bhagavan Swayam, а объясняют, как все эти гуны, лила, пуруша, аватары являются, что Кришна их источник. То есть они полностью поддерживают императора. Then. When see Krishna, bewildered Lord Brahma. Когда Кришна ввел заблуждение Господа Брахму. Lord Brahma offered prayers, Brahma Stuti. Затем Брахма вознес молитвы, которые называются Брахма Стути. He said, Сурейшу, Ришишу, Иша Татаева, Нуршу Апи, Тирьякшу, Ядасу Апи, Тейджанасья. О, my Lord, you have no material birth. Брахма сказал, Господь, ты нерожденный. But you take birth among the devas, the demigods, the sages, the human beings, and the animals, and even among the aquatics. У тебя нет рождения, но все же ты рождаешься среди и смертных, и девы, среди мудрецов, среди животных, среди водоплавающих. So again, it proves Keshava Drita, Kurma Sharira, Keshava Drita, Meena Sharira, Keshava Drita. Рагупати Рупа. It's always Keshav, Krishna, who's appearing in this. То есть опять это всегда Кешава Кришна, который проявляется в этих различных формах. Then another chariot. Еще одна колесница. When Gargacharya came to Gokul, to Nanda Bhavan in Gokul Mahavan, to make the horoscope of Sri Krishna and for his Namkaran Samskar, the name-giving ceremony. At that time, he said, Bahuni Santinamani Rupani Cha Sutasyate Guna Karmanu Rupani Tanyam Vedano Janaha. He's saying to Nanda Maharaj, Когда Гаргачарья прибыл в Гокул Махаван, в Нанда Бхаван, в дом Нанды Махараджа, чтобы провести нам Каран Самскару, чтобы дать имя маленькому Кришне, составить гороскоп ему, то составив гороскоп, он сказал следующее. So Gargacharya said, this son of yours has many forms and many names according to his qualities and activities. Гаргачарья сказал, у твоего сына множество форм и имен, которые соответствуют его деяниям. Тани Ахам Веда Но Джанаха. They are known to me. No Janaha, but not to others. Мне они известны, но другим нет. That means that by astrology, Gargacharya could understand all these things. То есть с помощью астрологии Гаргачарья все это познал. But even he could not understand everything. Но даже ему не было все понятно. There's one type of nyay logic called Dehali Deepika Nyay. Есть вид логики, которая называется Дихали Дипика Ньяй. That means the logic of the lamp on the threshold of a doorway. Логика лампы, которая стоит на пороге дома. If there's a door between two rooms. А, или на пороге, или между комнатами. Если у вас есть дверь между комнатами. And you place a lamp in the middle of the doorway, then the light will illuminate both sides. Если поставите вот эту свечку или лампаду или лампу как раз под этой дверью, которая соединяет две комнаты, то свет будет освещать обе комнаты одновременно. So by Dehali Deepika Nyay, here the word no, which means
No. И вот с помощью этой логики слово нет, которое означает нет, goes on this side, aham veda, no janaha. The people don't know, and also I don't know everything. Что должно относиться не только что. Каргачари is admitting. Люди не знают, но сам Каргачари признается, что и я толком не знаю. Because Krishna's glory is unlimited. Что слава его непостижима, она беспредельна. Then another chariot on the parade. Еще одна колесница двигается по этом параде. When Sri Krishna pulled down the Yamal Arjuna trees and the two sons of Kuvera, Nalukuvera and Nanigrif came out, they offered prayers to Damodar, baby Krishna, tied with a rope. После того, как Кришна свалил деревья Ямал Арджун и Налукувера и Манигриф проявились из этих деревьев, они вознесли молитвы Кришне. And he said, Yasyavatara Gyayante Sharirisha Sharirina Taista Atulyatishaya Virya Deisha Sangata. The meaning is, oh my Lord, you appear in so many bodies, like a fish, a tortoise, and a boar. Братья сказали, Господь, ты проявляешься в различных формах, ипостасях, в облике вепря, рыбы, черепахи. And you appear to give benefit to all the living entities of this material world. Ты приходишь облагодетельствовать все живые существа этого мира. So again, it is shown that all the avatars, lila avatars, come from Sri Krishna. Опять это утверждение, подтверждающее, что Кришна источник всех гуна, лил, пуруша, аватар. Lila avatar. Now, what about the guna avatars? А сейчас в категории колесница гуна аватар. What about the Purusha avatar? Как это насчет Пуруша аватар? Гавадакашай Вишну, Кирдакашай Вишну и Карнадакашай Вишну. Где доказательство того, что он источник вот этих Вишну? Деваки has prayed to Sri Krishna. Деваки обратилась с молитвой к Шри Кришне. 10.85.31. Ясьян сан сан сабхагена. Yasamsamsamsabhagena. That means ansa 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 bhagena. Three ansas are there. Three ansas упоминаются. What does it mean? Что это значит? It means, O Krishna. Krishna. Yasya. Yasya. Whose? That means whose? Chi. Ansa. Chia ansa. Whose ansa? That means is here. Ansa means Narayan. Chia ansa Narayan. Yasyansa ansa, whose ansa is ansa, part of a part, that is Mahavishnu. Частью которого является Махавишну. Yasyansa ansa ansa bhagena. The third ansa is the portion of Mahavishnu is Maya. Третья часть ansa Mahavishnu. External energy. Это внешняя энергия, иллюзорная энергия Maya. And bhag means a part of that. Bhag – это частичка этого. That is Trigun, the three gunas. Triguni. So she's saying, oh, it is you, by yasyansa angsa angsa bhagena, by the portion of the portion of the portion of your part, manifest this material world. Это ты, частью своей, являешь этот материальный мир, Кришна. So, then, another beautiful chariot in this army. Еще одна прекрасная колесница появилась на параде. When the earth was disturbed, being overburdened by the defense forces of kings who are actually demons in disguise, then Mother Earth, she went with tears in her eyes to Lord Brahma. And Lord Brahma, with all the demigods, came on the shore of the ocean of milk. Когда мать земля уже больше не могла терпеть вот это бремя этих демонов, которые заполонили собой землю, то есть эти асуры, которые притворялись царями с виду, и она пошла пожаловаться Господу Брахме, и Брахма вместе с деватами уже отправился молиться Господу Вишну. At that time, they offered prayers and they were waiting for a reply, but there was no reply. Они обратились к Господу с молитвами и стояли смиренно ожидали ответа, но ответа не последовало. So then Brahmaji, he went into samadhi. Брахмаджи тогда сам погрузился в самадхи.
And in his Hridayakash, in the sky of his heart, he heard a voice. No one else could hear it. И в сердце своем он услышал голос, который был не слышен остальным. And it was, people think it was the Garbhodakasha Vishnu speaking to him, but it was Krishna. Некоторые думают, что это был Гарбхадакаша и Вишну, который обращался к Брахме. На самом деле это был Кришна. And when he received this message from Krishna, then Brahmaji afterwards came out of his samadhi and narrated that message to the devotees. Брахмаджи выслушал это сообщение от Кришны и позже, выйдя из транса, он пересказал его всем девотам. He said, Vasudeva grihe sakshad Bhagavan purusha paraha janisyate tat priyartam sambhavantu surastriyaha. The meaning is that sakshad Bhagavan purusha para, directly the supreme Purush, Bhagavan in his supreme form, will appear in the house of Vasudev. И Брахма огласил, что сакшат сам Господь лично проявится в доме Васудева, во дворце Васудева. So it can only be Krishna. Никто другой, кроме Кришны, быть не может сакшат. Janisyate tat priyartam sambhavantu surasriya. And for him, tat priyartam, for the sake of his pleasure, surastriya, the wives of the devatas, should also take birth. Ради его удовольствия жены девот должны тоже проявиться, воплотиться на земле. So now a question comes. Теперь возникает вопрос. The devatas are in Satvagun. Девоты, они at best. В лучшем случае они живут, ну, на уровне сатвагуны. So their wives are also in Satvagun. То есть в идеале, ну и значит их жены тоже относительно в Сатвагуне. So how can they take birth as gopis to serve him, tat priyartam, for the sake of serving him? О, каким образом они могут воплотиться в тела гопи, чтобы служить Кришне во время его лил? It's impossible. Это невозможно. Because gopis are Swarup Shakti and the wives of the demigods are Satvagun, so that is very, very far away from their qualification. Гопи — это проявление Сварупа Шакти, а жены девот, деви, они на уровне Сатвагуны, это запредельно далеко от Сварупа Шакти. When Uddhav was praying to the gopis, he said, Nayam Sriyanga Unatantarate Prasada Swayoshitam Nalila Gandharucham Kutanya Rasasvasa Bhujadandagri. Когда Удава молился, Браджа Гопи directly said, "Oh, the favor that Krishna showed to the gopis by embracing him with his arms during the Rasa Lila, this mercy was never given to Lakshmi Devi, and it could not even be dreamt of by Swayoshita." The demigoddesses, the wives of the demigoddesses in heaven, whose bodies have the fragrance of a lotus flower. Когда Удава прославлял Гопи, он сказал, что то особое внимание, которое Кришна выразил Гопи во время Расалилы, обнимая их своими дандабуджа, неведомо ни Лакшми Деви, и даже во сне не приснится такая удача, милость женам девы. So, if Uddhavji is saying, or even the heavenly damsels in heaven, they cannot dream of such a position. Then how is it possible for Krishna, through Lord Brahma, to say, or the wives of the devatas should take birth and to serve as my priyas, tat priyartahanam? Если Удава сам говорит, что даже во сне такая удача не приснится райским девушкам, то почему Кришна тогда через Брахму передает послание девотам, чтобы Деви, жены девот, воплощались на земле? So you can see it in two ways. Можно двояко трактовать. One is that sometimes the Supreme Lord appears in the heavenly planets, like Lord Vamandev. Иногда Господь, он проявляется на райских планетах, например, в ипостаси Вамандева. So when Lord Vamandev appears in the heavenly planets as the son of Diti, then he appears with his shaktis. So his own shaktis are playing the role of female demigoddesses. То есть когда он рождается как сын Дити и там проявляется на райских планетах, то он приходит со своими шакти, и его шакти играет роль уже
райских деви. So Surastriya means those devis should take birth because they're already Bhagavan Shaktis, but that now they're getting a chance to serve Krishna in his original form rather than his expansion. То есть когда Господь говорит Surastriya, брами, что деви с райских планет должны воплотиться, чтобы служить Кришне, речь идет именно о вот этих деви, богинях, которые были Шакти Вамандева, что сейчас у них будет возможность служить изначальной ипостаси, своим Бхагавану, а не только его частичному проявлению. And tat priyartam. Tat priyartam. This is another meaning. One meaning is in order, priyartam, in order to satisfy him. But another meaning is tat priya artam, for the sake of serving his priya. То есть those who are dear to him. И тут два значения. Одно значение, что ради того, чтобы угодить ему и служить ему, доставлять удовольствие. А другая трактовка этих же слов, чтобы доставить удовольствие при его возлюбленной. So the Rishichari gopis, the Shrutichari gopis, the sons of Agni, and even the wives of the devatas, they cannot become those gopis, those nayakas, nitya nayakas of Krishna. То есть ни Шрутичари, ни Ришичари Гопи, ни Шрутичари, они не могут стать ни сыновья Агни, ни and those Surastri. И ни, даже Surastri не могут стать Нитья Сидха Гопи в лилах Кришны. But tat priya artam, they can incarnate for the sake of becoming maid servants of those eternal gopis. Но у них есть возможность стать, воплотиться там, стать служанками тех нитья сиддха гопи, возлюбленных Кришны. So that is the essence of that verse, Nayam Suyanga Unatantra Te Bashaga. Become the maid servant of Braja gopis. Это смысл. Because it's impossible to become them. Этого even Lakshmi cannot do it, even Surastri cannot do it. Потому что никто этими гопи стать не может, поэтому смысл воплощения — это стать служанками, прислужницами этих нитья гопи. So in this way, if the even the Shaktis of Supreme Lord's own other incarnations cannot attain that position, then what does it mean? Krishna's two Bhagavan Swaya. То есть, если даже Шакти Вамандева не могут обрести вот это положение тоже, то это доказывает, что Кришна Стуб Бхагаван Своя. So in this way we give a salute to the chariots. То есть салют всем колесницам. Jai, jai. Кришна, now the elephants are coming. Сейчас выйдут слоны. Готовьтесь. So the elephant division are the statements of Srimad Bhagavatam that show that the sole intention of all the speakers and all the hearers of Srimad Bhagavatam is only to speak and hear about Sri Krishna. И дивизия слонов — это все утверждения, высказывания Шримад Бхагаватам, которые подтверждают, что истинное, единственное намерение всех повествующих и слушающих Шримад Бхагаватам — это повествовать и слушать только о Кришне. Krishna is the subject of all the major dialogues of Srimad Bhagavatam. Потому что Кришна является темой всех важных ключевых диалогов Шримад Бхагаватам. If you look at the whole Srimad Bhagavatam, it is a dialogue between Sutta Goswami and the rishis of Naimisharanya, headed by Shaunaka Rishi. So Shaunak and Sutta Goswami are discussing. То есть если рассмотреть, разбить все ключевые диалоги Шримад Бхагаватам, такие истории внутри истории, сначала это диалог между Сутой Госвами и мудрецами Наймишараньи, возглавляемые Шаунака Риши, то есть это беседа между Шаунака Риши и Сутой Госвами. On behalf of all of the rishis, Shaunaka Rishi, he asks 6 questions. And the answer to these 6 questions becomes the whole Srimad Bhagavatam. То есть от имени всей группы мудрецов Шаунака Риши задает 6 вопросов, и Шримад Бхагаватам является ответами на эти 6 вопросов. So, within this dialogue of Sutta and Shaunak comes the dialogue of Shukadeva Goswami and Parikshit Maharaj. Внутри диалога между Сутой и Шонаком появляется диалог между Шукадевом Госвами и Парикшит Махараджем. That goes from the beginning of the second canto. От начала второй песни. Up to chapter 5 of the 12th canto. До пятой главы 12-й песни. Then from chapter 6 of the 12th canto up until the end, Sutta Goswami and Shaunaka Rishi, their dialogue continues. So in this way,
from the beginning of the second canto to the fifth chapter of the 12th canto, that is Shukadev Goswami and Prakshit Maharaj, and outside of that is the dialogue of Sutta and Shonak. То есть начало второй песни по пятую главу 12-й песни — это беседа между Шукадевом Госвами и Парикшит Махараджем, а вступление, то есть первая песня и после шестой главы 12-й песни — это Сутта Госвами и Шонака Риши. And within these two main dialogues, so many other dialogues come. И множество диалогов уже возникает в ходе вот этих двух главных диалогов. Narada Vyas Samvad, the dialogue of Narada and Vyas. Например, беседа между Нарадой Муни и Шрилой Вьясадевом. The dialogue of Lord Brahma and Narada. Беседа между Нарадой и Брахмой. The dialogue of Vidura and Maitreya. Беседа Видуры и Майтрея Риши. The dialogue of Narada and Yudhishthira Maharaj. Беседа Нарады и Юдхиштхира Махараджа. And of course, the great dialogue between Krishna and Uddhav. И великий диалог, который состоялся между Кришной и Удхавой. So, this now, this is the elephant division. Так, помним, сейчас идут слоны. So let's look at the first big elephant. Рассмотрим первого могучего слона. That is the Sutta Shonak Samvad. Это беседа Сутты Госвами и Шонака Риши. So Shonaka Rishi asked 6 questions. Шонака Риши задал 6 вопросов. One. Первый. What is the ultimate welfare for all humanity? В чем заключается истинное высшее благо для всего человечества? Two. Второй. What is the essential dharma, the paradharma, parodharma? Which is described in the scriptures by which the self can become completely satisfied. Что является истинной дхармой, которая описана в священных писаниях, посредством которой можно осознать себя, познать себя? Question 3. Третий вопрос. Why did Sri Krishna appear from Devaki, the wife of Vasudeva? Почему Кришна появился у Деваки, супруги Васудева? Question 4. Четвёртый вопрос. Please describe Sri Krishna's magnanimous pastimes. Опиши, пожалуйста, удивительные лилы Шри Кришны. 5. Please describe the various avatars of Sri Krishna. Пятый. Опиши различные аватары Шри Кришны, пожалуйста. And the sixth question. И шестой вопрос. Now that Sri Krishna has returned to his abode, where did the Dharma go for shelter? После того, как Where have religious principles taken shelter? После того, как Кришна покинул землю, где дарма и праведность нашли себе пристанище, то есть они нашли его именно в Шримад Бхагаватам после ухода Шри Кришны. So, when you examine the six questions upon which the whole Srimad Bhagavatam is based, four of them are directly about Krishna. То есть, если рассмотреть шесть вопросов, которые как хребет всего Шримад Бхагаватам, то четыре непосредственно касаются Кришны. And the other two about the ultimate goal of life for the jivas and what is the highest dharma. Shonak Rishi was confident that these two questions would be answered by hearing Krishna Katha. То есть вот это высшее благо для всего человечества и какая дхарма приводит к самопознанию, Шонака Риши рассчитывал на то, что они узнают ответ на эти два вопроса, слушая Кришна Катху. So, Sutta Goswami said, Vayantu na vitrityama uttama shloka vikrame yat shrinvatam rasakyanam svadhu svadhu pade pade. Сутта Госвами ответил. He said, Oh, we never become satiated by hearing the transcendental pastimes of Krishna, of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. Мы всегда ненасытны по отношению к лилам Шри Кришны. He's Uttama Shloka. Он Uttama Shloka. He's glorified by the Uttam Mahabharata. Потому что его прославляет Uttama Mahabharata. All the shlokas which glorify him are all Uttama, beyond this material world, Divya Prakrita. Или другое значение Uttama Shloka, потому что те шлоки, которые прославляют Кришну, они вне материи, вне гун, они Uttama. And Rasagyanam, those persons who have Rasagyan, then for them Swadhu, Swadhu, Pade, Pade, at every step, it's very Swadhu, Swadhu is delicious, delicious. И для тех, кто сведущ в расе, каждый с каждым шагом
Это все вкусно для них и вкусно. They relish it every moment. То есть ежесекундно они вкушают нектар. So in this way, this is the first big elephant. Этот первый большой слон появился. Then the grand dialogue of the whole Srimad Bhagavatam, Suta Goswami and Shonaka Rishi. They just want to hear about Krishna. That's what they have tasted. То есть ключевой самый диалог. В общем, от Бхагаватам между Шонакой и Риши Сута Госвами это вся суть его, давайте говорить о Кришне и слушать о Кришне. So this elephant is supporting Emperor Krishna's two Bhagavans. Этот слон действительно поддерживает императора Кришна's two Bhagavan Swayam. Not Narayana's two Bhagavan Swayam or anything else. Не Narayana's two Bhagavan Swayam или кого-то еще там. So now Narad Vyas. Других Самвата. Теперь переходим Narad Vyas Samvat. What mantra did Narad give to Vyasadeva? Какую мантру Нарада дал Вьясадеву? Ом намо Бхагавате Тубхьям Васудевая Дхимахи. So he gave Krishna mantra to him. Дал Кришна мантру Вьясадеву. And when Vyasadeva went into trance, who did he see? Когда Вьясадев погрузился в транс, кого он увидел? Krishna. Кришну. And Narada told Vyasa about his own life history. Narada поведал о собственной жизни, о своей истории. Who gave Narada his vina? Кто Нараде дал его вину? Krishna. Кришна. And what does Narada Muni play on his vina? Что Нарада Муни играет на вине? Narada Muni bhajai vina Radhika Ramana Name. Jai Jai Radha Rama Hari Ho, Jai Jai Radha Rama Hari Ho, Jai Jai Radha Rama Hari Ho. Then next elephant is coming. Выходит еще один слон. The Brahma Narad Samvad. Беседа между Брахмой и Нарадой Муни. In the second canto, we hear how Lord Brahma is instructing Narada Muni and telling him about his own experience. Во второй песне Шримад Бхагаватам описан диалог между Брахмой и Нарадой, в котором Брахма рассказывает о собственном опыте, делится собственным опытом. How Brahma did meditation for 1,000 years. Брахма рассказывает о том, как он находился в медитации больше 1,000 лет. And then see, Krishna appeared to him and gave him the Chatusloki. So Chatusloki is also spoken by Sri Krishna. И позже Кришна явился ему и поведал ему Чатушлоки Бхагаватам. То есть и Чатушлоки тоже поведано Кришной. So one may say that yeah, but Vidura and Maitreya, in their conversation they talk about in the fourth canto Prithu Maharaj. Кто-то может сказать, да, но Видура и Майтрея в четвертой песне Шримад Бхагаватам, они ведут речь о Приту Махарадже, например. But you see, when Vidura asks Maitreya, he said, please tell me about Krishna's glories in his incarnation as Priti Maharaj. Но как, если вы внимательно вчитаетесь, вы услышите, что Видура попросил Майтрея, поведай мне о славе Кришны, в особенности, когда он проявился в форме Приту Махараджа. So, another elephant. Это еще один слон. Very big elephant this time is coming. Сейчас еще один огромный слон. The main dialogue within Sut and Shonak is Parikshit Maharaj and Shukadev Goswami. Главный диалог в контексте диалога между Сутой Госвами и Шонакой Риши это беседа между Парикшит Махараджем и Шукадевом Госвами. Now the question is, what kind of katha does Shukadev Goswami like to speak? Какую катху любит рассказывать Шукадев Госвами? So the praman is this. Praman следующий. After hearing how Krishna saved the coward boys and liberated Agasura, Shukadev Goswami said, and when the boys went home back to the village, they told their parents what had happened with Krishna killing Agasura, even though this pastime had taken place 1 year earlier. Рассказав о том, как Кришна спас друзей в очередной раз и дал освобождение Агасуре, Шукадев Госвами рассказывает о том, как вечером мальчики вернулись домой и поведали родителям о том, что произошло, несмотря на то, что эта история произошла год тому назад, so how год раньше. Бхакти Махараджа, как это возможно,
That's something that was done in the past. The boy spoke about it as if it was just done right now in the present. Парикшит Махарадж пришел в недоумение, как мальчики рассказывают в настоящем времени о том, что произошло, о событиях, которые произошли год тому назад. Krishna killed Agasura in his Kaumara age, but then during his Pauganda age, the boys gave the description. One year later, they told the parents about it in the Pauganda age. Krishna убил его Агасуру, когда он еще был младенцем, а мальчики рассказали родителям об этом событии, когда Кришна уже был ребенком, то есть уже в Пауганде возрасте. So Prakshit Maharaj said, "Oh, Shukadeva Goswami, please explain this to me." Prakshit Maharaj попросил Shukadeva Goswami пояснить ему. So before Shukadeva Goswami gives an answer. Перед тем как дать ответ. Shri Suta Uvacha, Suta Goswami says. Перед тем как Shukadeva Goswami дает ответ, Suta Goswami говорит что-то. Итам сва праштасал тубадараянис Tad smartitanta krita akilendriyaha krishchapuna labdha bahi drshi shanai pratyaha tam bhagavadutamottama 10-12-44. So the meaning is this, that Suta Goswami is saying, oh Shonaka. Suta Goswami said, Shonaka. When Prakshit Maharaj inquired from Shukadeva Goswami in this way, когда Парикшит Махарадж задал этот вопрос Шукадеву Госвами, Shukadeva Goswami immediately began to remember Krishna's pastimes in the core of his heart. Шукадева Госвами тут же стал вспоминать лилы Кришны в своем сердце. Because why was it? Why did the boys explain it one year late? Что произошло в этот год? Почему мальчики рассказали через год? Because that was the year Yoga Maya kept hid them on the bank of Jamuna, and Krishna expanded and became the boys for a whole year. Потому что это целый год длилась вот эта Брама Миумохан Лила, когда Брама думал, что он похитил теля и мальчиков, и Йога Майя так скрыла их всех. Вот целый этот год Кришна играл роль и мальчиков, и теля. So at that time, Krishna showed his opulence to Lord Brahma. То есть тогда Кришна явил свою ашварию в этой лиле Господу Брахме. You cannot compare this to Krishna showing his universal form to Arjuna in the Bhagavad Gita. И это нельзя приравнивать к тому, как Кришна показал свою вселенскую форму Арджуне во время. Because even Vishnu can show, look, I'm the universe. Даже Вишну может показать вселенскую, ну, форму, сказать, я вселенная. Lord Vamandev said, "Look, I am the universe." Vamandev тоже показал вселенскую форму. Он сказал, "Я вселенная." But when Krishna manifested all the boys, then what happened? He shows, "I am all the forms of Narayan also in Vaikuntha. They all come from me, not just a tiny insignificant universe." Потому что Кришна показал просто вселенскую форму Вератрук. Он показал, что каждый из этих мальчиков он явил четырехрукую форму Господа Нараяны, давая понять Брахме, что это все я источник всех этих форм Вайкунтха Нараяна. So when Prakshit Maharaj said, why did the boys speak about it one year later? И когда Парикшит Махарадж стал спрашивать, а почему он был озадачен год целый прошел, они через год родителям рассказали. Then Shukadeva Goswami just remembering that this little five-year-old coward boy walking around the bare feet with a yogurt in his left hand is so powerful. He became in ecstasy and he lost external consciousness. Шукадева Госвами просто припоминает, что вот этот крошечный мальчик пятилетний, который ходит там в левой руке, держит рис и йогурт, который капает сквозь пальцы, ходит повсюду босиком. Он когда припомнил его айшварию, его боль, что он погрузился в такой глубокий транс, что он утратил нервные. То есть он утратил все чувства. That means that his external senses, he lost awareness of them, but his internal senses were awakened. То есть он ушел полностью в внутренний свой мир, в свое духовное я, его внутренние духовные чувства были пробуждены. Just hearing this question. Просто от вопроса. Shukadeva Goswami went into samadhi, and by his transcendental sense of smell, he could smell the beautiful fragrance of Krishna. То есть из этого вопроса он тут же перенесся в самадхи и своим внутренним чувством обоняния услышал аромат Кришны. By transcendental ears, he was hearing the beautiful sound of Krishna's voice. Внутренним духовным слухом он слышал сладкий голос Кришны. By his divine eyes, he was seeing the beautiful smiling face of Krishna. Своим духовным зрением он видел прекрасные глаза Кришны. So Suta Goswami is saying,
Чапуна Лабда Бахи Дриши Шанай. Бахи Дриши means Shukadeva Goswami's external sense. Shanai. Gradually. Puna. It came back. Kritschat. With great endeavor. It was very difficult for him to come back into the external world. Шукадева Госвами говорит, что с величайшим трудом, то есть постепенно, Шукадева Госвами вернулся в внешнее восприятие. So here it says, Krishchat Puna Labdabahi Drishi Shanai. Again he came back into external sense. The implication is this, that many times when Shukadeva Goswami was speaking Srimad Bhagavatam, he would just go into samadhi and just start experiencing everything and lose the external awareness. Так вот снова и снова он приходил в внешнее сознание, то есть подчеркивая то, что в течение повествования Шримад Бхагаватам периодически Шукадева Госвами уходил в внутреннее свое духовное я. Krishchat Puna Labdha Bahi Drishi Shanai. So beautiful. Srila Sanatan Goswami Pad said, at those times when Shukadeva Goswami was speaking, he began to go to the Goloka Vrindavan. At those times, Parikshit Maharaj was in great anxiety, like, come back, because I only have 7 days left to live. Sanat Goswami. And if you don't come back, what will happen to me? Sanat Goswami описывает, что каждый раз, когда вот это Шукадева Госвами улетал, то есть на Голоку Вриндавану, что он погружался в транс, то Парикшит Махарадж начинал нервничать, потому что он знал, у него всего лишь 7 дней, он думал, ну вернись поскорее, поведай мне побольше, у меня нет времени сидеть тут ждать. So, at that time, luckily, in the audience was Parikshit Maharaj's son, Janavijaya. Но, к счастью, среди аудитории присутствовал сын Парикшит Махараджа Джани Виджая. And he was a very good kirtaniya. Он был замечательным киртанистом. So when he saw Shukadeva Goswami going into internal consciousness, and his father really worried, then he would start Harinam Sankirtan with musical instruments. Только Джани Виджая замечал, что Шукадева Госвами снова ушел в транс, а его отец нервничает и переживает, видно по его лицу, он тут же начинал петь киртан. Hare Krishna. With his bhajan group, and then slowly it is said, Krishchat, with great difficulty, Shanai, gradually, Shukadeva Goswami
Таким образом, Джана Ниджая постоянно выручал отца, он начинал петь киртан, и Шукадева Госвами постепенно, потихоньку, с величайшим трудом выходил из своего внутреннего состояния обратно во внешнее, и Парикшит Махарадж радовался несказанно этому, что катха продолжится. This verse and those other verses, these are examples of the elephants in the parade of the emperor. Вот этот стих и предыдущий, все это примеры слонов, которые идут в параде этого императора. Everyone give salute to the elephants. Ура! Ура! Okay, now the cavalry are coming. А сейчас кавалерия едет. So the cavalry, they are the Sadling. Это Садлинги. Sorry, Садпраман. Садпраманы. Садпраман means the Sadling will speak on another day. Садлинги мы оставим на другой. Today to be Садпраман. Сегодня лишь рассмотрим Садпраманы. So they are connected because one of the Садлингс is also in the Садпраманс. Они связаны. One of them has a crossover. Они родственники. Абьяс. Потому что там есть пересечение. Один садлинг тоже одно попадает в категорию садпрамана. Упакрам, упасамхараме. So one is абьяс. So he's also he's in two parts of the army. Там и там и там. So the садпраман. And here's the verse of the Садпраман from Jaimini Rishi's Mimamsa Sutra. Mimamsa Sutra 3.3.14. Shruti Linga Vakya. Prakarana sthana samakya kyanam samavaye paradau balyam ata viprakarshat. So shruti ling vakya prakarana sthana samakya, these are the six types of pramana, шесть видов прамана. Now what does this verse mean? В чем смысл этого стиха? It means this. When? It was as much. Thank you. So, these pramans, they are six types. Шесть видов этих праманов. Shruti, Shruti Ling Vakya, Prakaran, Sthan, Samakya. Вот, шесть их. These six, okay. So, when these six, когда эти шестеро are present, when one or two or three or more, they are present simultaneously. Когда один, два, три из них одновременно присутствуют, then или несколько, each member каждый is progressively weaker in its authority, in its interpretive force. Каждый из этих членов начинает терять силу, свою авторитетность. Because of increasing remoteness from the meaning of the shruti. Потому что все больше и больше отдаляется от значения шрути. So it's not complicated. Это несложно понять. Here the word shruti doesn't mean the Vedas. Here the word shruti means a direct statement. Шрути тут не относится к ведам, относится просто к прямому высказыванию. It's called a утверждение. It's called nirapeksha rava. Nirapeksha rava. A rava, an utterance which is nirapeksha, does not depend on anyone else. То есть высказывание, которое полностью самодостаточное. So in our discussion today, Krishna's two Bhagavan Swayam is Shruti, a direct statement. Who's the Supreme Personality of Godhead? Krishna's the Supreme Personality of Godhead. This is nirapeksha rava, an utterance which is nirapeksha, not dependent on anyone else. То есть полностью самостоятельное, независимое высказывание, например, как Кришна ступа Гаван Сваям, что so then, Кришна Верховный Господь. The other five Pramans, they don't directly say this, but they support in various ways. Остальные пять Праманов, они не напрямую это оглашают, они как-то косвенно поддерживают эту мысль. So Ling, is the, out of all of them, is the strongest support. Ling – это самая сильная поддержка из них всех. Then Vakya is the next strongest support. Vakya слабее. Then Prakaran is the next strongest, like this. So the further these Pramans get away from the Shruti, the weaker they are. То есть чем дальше они от Shruti расположены, эти Праманы, тем слабее они. Or the
closer they get, the stronger they are. А чем они ближе к Шрути, тем сильнее Браман. So, то есть линк самый сильный из них. Now there's a reason Jaimini Rishi is explaining this. Есть причина, по которой Jaimini Rishi так это изложил. Because the Purva Mimamsa means what? It's the Karma Kanda. Что Purva система Purva Mimamsa это система Karma Kanda. It's the interpretation of the Vedas, which is based on understanding all the various rituals. How to perform them to attain different goals. То есть это система интерпретации шастры с ракурса различных ритуалов, их предназначения, цель разных ритуалов. So if you try reading the Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, you try to read the different portions, the Brahmin portion, the Samhita portion, it's very difficult to understand. Если вы попробуете там самостоятельно поизучать Самаведу, Риг Веду, и будете читать эти разные части, вы ничего не поймете вообще. So Jaimini Rishi is giving the exegetical techniques, exegesis, how to interpret these very esoteric texts. It's a science, how to interpret it. Это его метод толкования этих текстов, интерпретации этих текстов. Он свой метод излагает. Because in the Vedas, the process of performing a yajna or a ritual is not presented in a step-by-step way like an instruction manual. Потому что там нет рецепта в ведических писаниях, как провести какую-то яги или какой-то ритуал. Вот там шаг один, шаг два, там третье, сделайте это. Different elements of the procedure in the rituals are found in different parts of the Samhita portion of the Vedas or the Brahmin portion of the Vedas. Все разные составляющие ритуала разбросаны в разных частях Вед. То есть их надо выискивать. Each Veda has four portions: Samhita, Brahman, Aranyaka, and Upanishad. У каждой Веды есть четыре составляющих: Самхита, Брахман, Араньяка, и Упанишад. So, because the rituals are not given step by step, but there are parts described here and there, it's very difficult to extract the actual application of the rules of the ritual. То есть там нужна интерпретация прикладного вот этого понимания того, как проводить ритуал, потому что разные составляющие разных ритуалов, они разбросаны, описаны в разных этих частях Вед. So this exegetical technique of Satpraman is used to extract from all the Vedic mantras and statements and put together how do you actually perform this ritual and for what purpose. И поэтому Jaimini Rishi, он вот предлагает свой метод интерпретации шастры, как собрать все необходимые вот эти составляющие ритуалов и как правильно провести ритуал и понять суть предназначение какого-то определенного ритуала. Now what happens is sometimes in some portion of the Veda, two or more of these pramanas may be present at the same time. И так бывает, что в какой-то части Веды двое или больше праманов могут фигурировать одновременно. Then which one has authority? And which one do you prioritize? And which one do you do first? And which one do you do second? This is the schema. How to solve all of those problems of Vedic interpretation? Потом надо понять, там несколько праманов, какой из них будет авторитетней, приоритетней, и вот это как раз фильтр, ну как вот это шаблон для того, как интерпретировать и как приписать им какой-то приоритет или там значимость этим праманам. So in the Vedas you find five types of statements. В Ведах есть пять видов высказываний. One is vidhi, an injunction. Vidhi, то есть наставление. You should do this. Требование какое-то. Делай вот это. And so these are the main statements. Vidhi, то есть правила предписания, то есть это главное утверждение. It's in the vidhilin, that means the potential mood of a request. Please do this, or you must do this. В форме убедительной просьбы, пожалуйста, сделай. Either a command or a request. То есть или повеление, или убедительное, добровольно-принудительное. Сделайте вот это, пожалуйста. So vidhi are the direct instructions. То есть вот эти правила предписания. Then you have nishedh. The second type of Vedic statement is nishedh. That's a prohibition. Don't do this. Потом запреты, нишеды. Then you have mantra.
Потом есть мантра. So these are mantras mean sacrificial formulas to be uttered while a particular activity is being done. Определенные вот мантры — это формулы ритуальные, которые проговаривают во время определенных видов ритуалов. The fourth one is called Namadeya. Namadeya. That means names. Имена. And the fifth type of Vedic statement is called Artavard. И пятое — это Artavard. And that he Artavard means an explanatory statement, a statement which is explaining something. Пояснение, объяснение чему бы то ни. So the Vidhi, they are the main statements. Vidhi, они главные. And mantra, Namadeya and Artavard are all subordinate statements. Арта, Намадея и Артавад, они подчиняются Видхи. So the purpose of the Sat-Praman is to determine the relationship between the various subordinate statements and the Vidhi. И то есть вот эта идея Сат-Прамана — определить вот эти отношения между главным и подчиненными. So now you know that in the original Vedas you have five types of statements. And from these, from statements in different parts of the Veda, you have to put them together. But how to put them together, you have to apply this rule. То есть теперь вы поняли, в оригинальной Веде пять видов вот есть высказываний, но тоже они разбросаны в разных частях. И чтобы как их собрать вместе и извлечь какой-то смысл, то необходим вот этот метод интерпретации. Now, the wonderful thing is this. Нигам калпатаро галитам палам Шукамукадамрита правасам ютам Пибат бхагатам асамалаям Мураху расикабу випавкаха. This Srimad Bhagavatam is the mature, juicy, ripened fruit of the desired tree of the Vedas. Что удивительно, что Шримад Бхагаватам — это спелый, сочный плод на древе ведических писаний. So our acharyas say the same mimamsa or exegetical methodology which is used for understanding the Vedas can be applied to the mature fruit of the Vedas, Srimad Bhagavatam. И почему наши ачарьи аргументируют, если Шримад Бхагаватам — это спелый плод на древе священных ведических писаний, то фильтр интерпретации, который применим к самим ведам, также применим к Шримад Бхагаватам, тот же самый метод интерпретации. So, this is the cavalry. Это cavalry division. Это и есть дивизия кавалерии. So let's apply this now. Сейчас мы применим. So first, the Shruti. Shruti. The independent statement is Krishna Stu Bhagavan Svayam. То есть Shruti, главное независимое от рождения, это Krishna Stu Bhagavan Svayam. So that's very simple. Это просто. So now let's come to the second one, the Ling. Переходим к второму, Ling. Ling means a signifier which is supporting the independent statement. Что-то подтверждающее. For example, there's a mantra in the Veda. This is an example of a ling. The primer linga. Bahi deva sadanam dami. It means I cut the kush grass. Я срезаю траву куша. To make a seat for the demigods. Чтобы сделать сидушку асану для девы. So this is not an injunction. It doesn't say what you should do. Это не является предписанием вам, наставлением. Не говорите, что надо вам делать. So then the question comes: Bahi deva sadanam dami. How do I use this? Тогда возникает вопрос: вы прочли вот такое предложение, что, как его в жизни применить? So there must be somewhere in the Vedas a statement that says, now you have to cut the kush grass. Значит, надо найти утверждение, наставление Веда, которое говорит: теперь ты должен срезать траву куша. And utter the appropriate mantra. И произнести уместные мантры. So that would be the Shruti. То есть вот это будет Shruti тогда. So this statement. Now I am cutting the kush grass to make a seat for the devatas is a ling, indicates that there must be a shruti somewhere which is giving an order, and this is the mantra to use at that time. То есть тогда становится понятно, что когда вы
произносите «сейчас я срезаю траву, чтобы сделать асану для девы», что это уже линга, которая уже следствие того шрути, которое было где-то в другой части вед, которая вам говорит, вы должны в этот момент яги срезать траву куша и сделать асану для девы. So no one has been able to find the shruti for this link. Но никто не мог найти шрути к этому, относящуюся к этому лингу. So what does it mean? Что значит? So the sages have concluded that actually nowadays many portions of the Vedas have been lost. Мудрецы пришли к выводу, что многие части Вед уже утрачены были. So they understand there must be a direct statement somewhere, but it's been lost now. То есть они догадываются методом дедукции, что шрути существовала, которая указывает в этот момент, надо срезать траву куш, но уже ее не, эта шрути не найти нигде, значит, эта часть Вед уже утеряна. Okay, but in Srimad Bhagavatam, 18,000 verses, we have all of them. Но в Шримад Бхагаватам у нас сохранились все 18,000 стихов. So, in the Brahma Vimohan Lila. Если вернемся к лиле, в которой Кришна ввел заблуждение. Шукадев Госвами says, 10:13:46. Вядрышьян таганасшамаха питакосча васасшаха. The meaning is, then, as Lord Brahma was looking at all these cowherd boys, пока Брахма созерцал этих пастушков, and all the calves, и телят, suddenly they all became shyam complexion. Вдруг они все преобразились и стали цвета шьям. They manifested effulgence like blue rain clouds. Они стали сиять как темно-синие тучи. And they all appeared to be dressed in yellow garments. На них появились ярко-желтые одежды. In other words, even the calves, what to speak of the boys and the calves all assumed the Narayan Murtis in front of his eyes. Не только мальчики, даже коровы приняли облик четырехруких Нараянов перед взором Брахмы, прямо у него на глазах. So this is a ling. Это линг. Where's the shruti? А где шрути? Krishna is too Bhagavan Swam. Okay, good. You have mastered this subject. Все, вы уловили, как это работает, теперь вы знаете. So that statement. Oh, then he looked and saw all the calves and boys became sham colored and were wearing golden yellow pitambars. So that statement is a ling, and it doesn't directly say, but it indicates Krishna's two bhagavans. То есть это указатель. То есть линга он не напрямую не говорит, что как шрути Кришна сто богам своим, но он как указатель в том направлении. Mm-hmm. This verse is one of the cavalry. И вот этот стих это кавалерия. Now the next level of satpraman is called vakya. Vakya это следующий уровень satpramana. So vakya means a sentence. Vakya это предложение. What is a sentence? Что такое предложение? Now give the paribhasha, the definition of a sentence. Сейчас вы узнаете определение того, что такое предложение. A sentence is a shabda, an articulated sound. Предложение это шабда, выраженный звук. Consisting of pada, units. Pada, those are words. Состоящие слов. And those pada, those words must be related to each other through akanksha, semantic expectancy. И эти слова должны быть взаимосвязаны посредством семантической ожидаемости. That means each word makes you anticipate what the next word might be. То есть каждое слово вызывает чувство ожидания, предвкушения следующего слова. The words that is called so akanksha, expectancy. Akanksha это ожидание. And they have yogyata, that means semantic compatibility. И у них должна быть семантическая совместимость у этих слов, которые что? Согласование. They make sense. Они должны быть согласованы между друг другом в предложении. And also they have asati. И должно быть asati. Asati. That means contiguity or proximity to each other. Близость друг к другу. Они должны быть близки по смыслу. So now we'll explain what these things сейчас are. Сейчас мы объясним. First, akanksha. Akanksha. Expectancy. Ожидаемость.
When you speak a sentence, the words are related to each other in a linguistic structure. You have a noun, the subject, the verb, the object, like that. So if someone says a subject and then they say a verb, then you're expecting an object will come. То есть есть определенные ожидания по отношению к правильно выраженному предложению. То есть вы ожидаете, там будет существительное, подлежащее, там сказуемое. Все части предложения должны присутствовать, чтобы это было предложение, а не мычание. If I just say mardanga, telephone. Если я скажу, baby, this is not a sentence. Если я скажу, мриданга, телефон, малыш. Because there's no function between the words. То это предложением не назвать. Okay. The next aspect of a vakya is asati. Asati. Asati – это вторая составляющая vakya. Means proximity of the words. Близость. It, and that proximity may be in time for the spoken word, or it may be in space if it's written down. То есть по времени они должны быть близки друг другу. Если вы говорите устно что-то выражаете, то не должно быть там час паузы между словами. А если пишете слова, надо писать рядышком друг с другом, чтобы они были частью одного предложения. Понимаете? So, for example, по-русски объясню. Proximity in space, if you have a book. То есть, если у вас книга есть. And on page one it says, the man. Если на первой странице написано мужчина или человек. And then on page 200 it says... А на 200-й странице... Opened his eyes. This is not a sentence. Открыл глаза, то это не будет предложением. Or, if I say, bring. Если я скажу, принесите. And then next year I come back and say, water. Через год я вернусь и скажу, воду. This is not a sentence. Это тоже не предложение. So there has to be some proximity. Asati. То есть там должна быть какая-то близость. Okay. You probably never thought of this before. Вы даже вообще не задумывались о том, что такое предложение. You can learn everything from Shrimad Bhagavatam. Все узнаете из Shrimad Bhagavatam. So then the next ingredient. Следующий ингредиент. Is yogyata. Yogyata. That is the semantic compatibility. That the meaning should all make sense together. Семантическое согласование слов, что они должны быть уместными. If I say burn this table. Если я скажу, сожгите этот стол. With this ice. Этим льдом. So, if I say burn the table with the ice, then this has akanksha, it has asati, but it doesn't have yogyata. То есть, если скажу, спалите этот стол этим льдом, то там вроде все составляющие предложения есть, кроме согласования. If I say dig a hole in the ocean. Я скажу, сделайте, вырыйте яму в океане. With this yogurt. Этим йогуртом. This is not a sentence. Это не предложение. It has expectancy. And it has the contiguity, but it does not have yogyata. То есть там вроде все есть, кроме йогиты, согласования. So, now we'll give an illustration of vakya in the context of interpreting the Vedas. Сейчас and then we'll apply it to the Bhagavatam. Приведем пример вакьи в контексте интерпретации Вед, а потом уже применим вакью к самому Шримад Бхагаватам. This is the cavalry. They're very complicated. Это кавалерия, с ними сложно работать. So in the Taittiriya Samhita. В Taittiriya Samhita. It is said, imam agribnam rasanam ritasya. That means grasping the reins of truth. Ухватиться за вожжи истины. So now this is a mantra. Это мантра. And it's part of a ritual called a chayana. Это составляющая одного ритуала, который называется чайна. Чайна is the ritual of how to build your sacrificial altar. Just как? Like Lalita, she's always doing this service. То есть как построить алтарь? То есть это часть, которая занимается, как вот Лалита занята севой, там сделать ягья кунду. So
In the Vedic ritual, when you make the altar, you have to make it out of bricks. То есть в ведической традиции, когда вы строите алтарь, его надо мастерить из кирпичей. But you can't just buy the bricks. You actually have to make the bricks yourself from clay. Их нельзя покупать на рынке на стройматериалах. Надо слепить свои собственные кирпичи из глины. And there's a ritual how you bring the clay to the place of the yagya. И вначале надо правильным образом принести глину туда, где вы будете ягью проводить. It has to be carried on a horse or a donkey. Надо на лошади или на осле вести свою глину. Now the problem is this. The problem is this. Imam agribnan rasanam ratasya. Grasping the reins of truth. Надо за вожжи истину схватить сначала. This is a mantra to say, right? You think I have to do it when I grasp the reins? То есть это, вы же понимаете, это мантра, когда вы хватаете за вожжи этого осла или коня, надо эту мантру сказать. But this mantra creates akanksha. Но эта мантра создает акангшу. Anticipation. Ожидание какое-то. Because I don't know, is it the reins of a horse or a donkey? Что я-то не знаю, осла надо хватать или коня. This is the problem. В этом проблема. So in the Taittiriya Samhita, it doesn't tell you. А Taittiriya Samhita не рассказывает, за вожжи кого надо хватить. But if you look in another part, in the Brahman section, поискать в другом. The Taittiriya Brahman section. Найти в Taittiriya. Then you find vakya. Там вы уже найдете вакью. A vakya, a sentence. Предложение. Asvabidhanim adate means he grasps the reins of a horse. Он схватил за лошадь. Yeah, so not a donkey. Значит, мы знаем, не надо осла. So from this vakya, you can understand the application that is called the vinyog. You know, Vinyog. Vinyog. Prapti Vishnurishi Gaitri Chandaha. И благодаря этой ваке предложению. So the Vinyog is the application in the ritual. So now you understand what type of reins to hold. The reins of the horse, not the donkey. Прикладная часть вот этих предписаний, то есть ритуала, что надо взять за вожжи коня, а не осла. Now we understand vakya in terms of the Vedas. Now we apply this to Srimad Bhagavatam. Теперь мы поняли, как работает вакья в контексте Вед. Сейчас мы применим к Шримад Бхагаватам. So in the first canto, chapter 7, there, it is said, Śrīmad Gosvāmī is describing how Narad told Vyas to go into trance. То есть 1.7 рассказ о том, как Нарада повелел Вьясадеву погрузиться в транс. Бхакти йогейна манаси самьяк пранхите бале апасьяк пурушам пунам майам чаттад апасрайам. Śrīla Vyasadeva went into the samadhi of bhakti yoga. Śrīla Vyasadeva погрузился в самадхи бхакти йоги. He made his mind completely nirvikar, undisturbed. Полностью успокоил свой ум. Апасьяк пурушам пунам, and he saw the Purna Purush, the complete supreme person. И узрел Пурна Пурушу. And he saw how Maya was under his control. Увидел, как он является властелином Майи, как она ему подчиняется. So when you hear this, some akanksha is, some expectation. Who is that supreme person that he saw? Because it doesn't mention. Когда вы слышите, появляется какое-то ожидание узнать, а кто этот Пуруша, о котором он говорит, потому что он не поясняет подробно. So that was in the fourth verse of chapter 7. Это четвертый стих седьмой главы. But then in the seventh verse, седьмой шлоке, Śrīla Gosvāmī said, Yasyam vai sruyamānānam Krishne paramapurishe bhakti udyapadyate pungsa shokamoha bayapaha. Simply by giving oral reception to the pastimes of Sri Krishna, who is the Parampurush, then bhakti rises up in the heart and completely extinguishes all lamentation, illusion, and fear. Просто приняв Кришну, почтив его ушами, бхакти заполняет сердце, изгоняет все сокрушение, иллюзию
и страх. So it wasn't known who the Purna Purush was. The Akanksha was created and then the Vakya came and solved the problem. Ранее не было понятно, кто был этот Пуруша, то есть появилось ожидание узнать побольше, и в седьмом стихе мы узнаем, что это Кришна, этот Пуруша. So then, Vakya, когда предложение... Шутилин Vakya, Prakarna Stansa Vakya. Now we come to the next member of the cavalry is coming. То есть... Prakarna. Prakarana, это опять кавалерия. Prakarana means context or interdependence. Взаимозависимость или контекст. It's also based on akanksha. И зависит expectancy. От акангши, от ожидания. But as akanksha was expectancy between words in a sentence, this is the expectancy between two or more sentences. Подобно тому, как акангша возникает в предложении, когда из-за появления нескольких между словами, а это прокарана, это ожидание, которое возникает между несколькими предложениями. So when there's 1, 2, 3, maybe 5, 10, 20 or 100 sentences, and they are each one is creating some expectancy, and then something else is given, it creates some more expectancy, and then they're all tied together. That mutually they all support, so they're interdependent with each other. It makes one prakarana or one subsection of the book. То это как может быть там 5-10 предложений, там несколько страниц, состоящих из предложений. Каждое предложение вызывает это ожидание, и оно углубляется с каждым последующим предложением. И вместе все они как один блок. Вот это ожидание. Они взаимосвязаны все между собой, согласованы между собой. And they are related as this is a, not like the other akansha. In this context, in prakarana, there is angi and anga. A sentence which is the whole, and then the sentence which is the parts of that. И в отличие от этого ожидания, которое возникает в одном предложении, тут в прокаране возникает, появляется, фигурирует анга и анги, то есть главное. Анги is the whole, and anga is the part. Анги это целое, и анга это часть. So, we'll give an example from the Vedas first, as explained by Jainini Rishi, and then we'll take this method of interpretation and apply it to Srimad Bhagavatam. Основу мы повторим, мы применим вначале к Ведам по методу Jainini Rishi, а потом применим к Шримад Бхагаватам. So, прокарану, концепцию прокараны. For example, one reads in the Vedas. И кто-то читает Веда. Дарша Пурнама Сабхьям Яджета means one should worship by means of the Дарша, that is the sacrifice on the dark moon, and the Пурнамаса, the sacrifice on the full moon. Что нужно поклоняться посредством жертвоприношений на темную луну и на полную луну. So then when you read this statement, akanksha comes. Well, how do I do these yagyas? И когда вы читаете это предложение, возникает это как интерес, да, как ожидание, а как я провожу эти яги? So then you see in the Veda, samido yajati. Как проводить эти яги? The result will manifest by offering firewood. И затем вы читаете Ведик, что плоды придут, когда будете предлагать дрова. So now your expectancy from the previous line has been fulfilled. How do I do this yagya? Oh, you do it by offering the wood. То есть изначально появилась заинтересованность узнать, а как такую ягью проводить, и сейчас на частично вот это ожидание исполнено, потому что вы знаете, что нужно предлагать дрова. So samido yajati means the result will come by offering the wood, but then you get another expectation. What's the result that will come? То есть, а вы поняли, что как проводить ягью дровами, а потом появляется опять интерес, а какой плод это принесет, если я буду дрова предлагать? So then that akanksha, that expectancy is fulfilled when you read the line Agnistoma Swarga Kamo Yajeta. A person who desires to go to Swargalok, heaven, should worship by means of the fire sacrifice. И затем ожидание опять исполнено, когда вы читаете предложение, что тот, кто хочет попасть на райские планеты, должен предлагать, ну, дрова в ягью. But then akanksha comes. What fire sacrifice?
А потом возникает более глубокий интерес, а какую именно ягью проводить этими дровами? So then that ties back to the first statement, Darsha Paunama Sabhyam Yajeta, by the sacrifice which is done on the dark moon and the full moon. А потом опять что-то получается в Амавасию и в Пурнию надо проводить, опять возвращаетесь к тому утверждению. So no statement tells us the full story. Every statement makes Akansha, but they all are tied together. And they become complete, and those statements which complete each other are called prakarana. То есть это как квест, там частичные вот эти наставления, вам надо их насобирать все, понять, какое главное, какие подчиненные, и они все взаимосвязаны, и тогда полная картинка выстраивается. So let's apply this to Srimad Bhagavatam. Сейчас мы применим концепцию прокарны к Шримад Бхагаватам. Шонака Риши said. Sūtajāna sipatram te bhagavan sattvatam pati devakyam vasudevasya jātoyasya chikirshaya. Oh, all glories to you, Sūta Goswami. You are blessed because you know for what purpose the personality of Godhead, Sri Krishna, appeared from Devaki, the wife of Vasudev. Шанака Риши говорит, ты благословен, Сута Госвами, потому что ты знаешь, по какой причине Верховный Господь Кришна явился из лона Деваки. This is the Anghi statement. Это главное, Анги. Of the Prakarana. Утверждение Пракараны. Any time later, actually, in Srimad Bhagavatam, when a question comes, what is Gaya, what is it to be known? Позже, когда каждый раз возникает вопрос Шримад Бхагаватам, что нужно познать? Then that thing which is to be known is Krishna, who appeared from the womb of Devaki, the wife of Vasudev. Because Sūta Goswami has said, Shokana Krishna said, oh Sūta Goswami, you are blessed because you know this. And therefore, what is to be known every time if there's a doubt, what is to be known here? It is Krishna. То есть это Анги, так как он сказал, ты благословенный, потому что ты знаешь, по какой причине Кришна явился. Поэтому позже, когда возникает вопрос по поводу того, что стоит познать, ответ всегда один – Кришна. So in this way, это уже было установлено ранее в диалоге. The Prakarna is one. This Prakarna is the one of the six parts of the cavalry supporting the emperor. Вот Пракарана это одна из шести составляющих кавалерии, которая поддерживает царя. Now we come to the fifth of the Satpraman. Стхан. Стхан is very simple. Это просто. It means co-relativity of position. Co-relativity of position. Относительность положения. Or sequence. Крам. Стан is also called крам. Стан тоже называется крам, последовательность. For example, let's say in one part of the Vedas, there's a list of different yagyas. Если в одной части Вед есть перечень яги, let's say three yagyas, different types of yagyas are mentioned in a list. В списке, в перечне упоминаются три разных вида яги. Then somewhere else you see three mantras. Где-то позже вы находите три мантры. So the first mantra is to be used in the first yagya, the second mantra like this. So there's a when there's a list here and a list there, they're related to each thing in the list has a correlation in the other list. Корреляция. Understand? То есть вы знаете, что существует всегда корреляция. Если есть списки, значит то, что первое там, то что относится к нему, будет первым в другом списке, который вы найдете. So in the same way. Shonaka Rishi, he asked six questions. Shonaka Rishi задал шесть вопросов. But it's not one question, one answer, one question, one answer. He speaks all the six questions. Но они же не идут там один вопрос в ответ, вопрос-ответ. Он задал шесть вопросов, получает в ответ шесть ответов. So then you should think, the katha that's coming is going to come in an order that it's correlative to the order of the questions. He's not going to answer the last question first and the middle question at the end. То есть вы должны расшифровать тогда кодировку. Если вы знаете, было шесть вопросов в последовательности, то шесть ответов будут скорее... То есть отвечать на эти шесть вопросов в определенной последовательности. So, Sūta Goswami said, Мунайха садупристохам бхавадбе лопамангалам якрита кришна сампрасо енатма сампрасидати. Oh sages, I have been rightly questioned by you. Your questions are auspicious for the whole world because they are about Krishna. Исута Госвами сказал, достопочтенные риши, вы благословили, порадовали меня
своими уместными вопросами, потому что ответы на них будут благоприятны для всего человечества. Only questions of this sort can completely satisfy the self. Лишь такие вопросы могут полностью удовлетворить душу. So the deep meaning of this verse is that what to speak of the answers. Only asking questions about Krishna is so ecstatic you become completely satisfied. Говорит, что эти вопросы замечательные. What to speak of hearing the answers. И приносят высшее благо и реализацию души. И что уже говорить из ответов? Даже сам вопрос так правильно оформленный уже благодатен для души. But when you hear the word Krishna, someone may say, there are so many people named Krishna. What Krishna they're talking about? Если вы услышали имя Кришны, кто-то может сказать, ну многих зовут Кришна, о каком Кришне они говорят. Are we talking about Krishna Das from Belarus? Может, Кришна Дас из Беларуси? Who is this verse talking about? Вообще, о ком речь тут в Кришне? So then, in Shaunika Rishi earlier, this is the first part of the answer of Sutta Goswami. Earlier, Shaunika Rishi, he said, this jato yasyati kirshaya, oh, you are so blessed because you know why Krishna appeared from the womb of Devaki, the wife of Vasudeva. So here the sthan, the order of the questions and the order of the answers indicates who is the supreme personality of Godhead? Ну, мы знаем, о каком Кришне речь идет, потому что тут существует уже зафиксирована корреляция между последовательностью. Так как вопрос был задан о Кришне, который родился из лона Деваки, то потом мы уже знаем, что всегда о том Кришне идет речь. Just like in Srimad Bhagavatam, when Braj Gopis come to meet Krishna in the Rasalila, he tells them, Swagatam Bhav Mahabhaga Priyam Kim Bhavaniva. And he speaks 10 verses. Telling them, oh, welcome to the forest. Now you should go home. Go and serve your husband. Otherwise you cannot go to heaven. Когда гопи прибежали ночью в лес на зов флейты Кришны, то Кришна стал им говорить, добро пожаловать. Вы посмотрели на ночной лес, возвращайтесь домой, иначе не видать вам удачи в этой последующей жизни. Вы должны быть дома, праведно служить своим мужьям. In 10 verses, sends them away. То есть 10 убеждений, почему они должны уйти домой. Krishna's verses are in Anustup Chanda. Его слова like Bhagavad Gita verses, only 8 syllables per line. 8 слогов в строке Anustup Chanda. So gopis answer his question is into each one of his statements. Maivam bhavati bhavan garitam risansam sanjaya sarva visyam tava padamulam bhaktya bhajasya durvagramacha vyastam devo yadadi purusho bhajate mamukshun. А гопи ответили Кришне. But gopis answer not in Anustup Chanda, 8 syllables per line. Vasantilaka, 14 syllables per line. Но гопи не будут довольствоваться 8 слогами Anustup Chanda, но у них Vasantilak 14 слогов на строку. And not 10 verses. 11, one extra one for good measure. А 11, чтобы добавить там. But if you examine Krishna's verses are coming and gopis verses, but there's a correlation that in this verse gopis are answering this verse, in this verse gopis are answering this verse, and so on. Если посмотреть, это не диалог, да, в начале идет монолог Кришны 10 стихов, потом ответ гопи 11, но если рассмотреть их, там зафиксирована последовательность, как они ему отвечают на каждое из его утверждений. I also, it's not written anywhere. Это не написано нигде. So it cannot be accepted as bona fide. Поэтому это не может считаться авторитетным. But anyway, it was my realization. Но все же моя реализация. That when I was translating Gita Govinda. Что когда я переводил Гита Говинду. There are beautiful songs there. Там такие прекрасные песни. And in one song, Krishna is crying, oh, what have I done? I offended Radharani. И в одной из песен Кришна сетует, ну что же я наделал, я обидел Радхарани. And then he starts to think how beautiful she is. Потом он начинает думать о ней, какая она красивая. And then he sees, oh, and she's Radharani in his heart. А потом он чувствует, что Радха в его сердце. But why am I crying? She's right here. И он думает, а что я плачу, она прямо тут со мной. But still his separation is increasing. Но все же чувство расплуги растет. And then he looks and he sees Radharani outside. Потом вдруг он видит, что Радика стоит перед ним. And he goes to approach her, but she disappears and appears over there.
Он пытается приблизиться к ней, она исчезает и перемещается, появляется в другом месте. And then he goes over here and... Он бежит к той Радхе, она опять исчезает и перемещается в другое место. And in this way, Krishna's separation is increasing. It, а его чувство разлуки растет и растет. So later in Gita Govinda, you see Radharani is alone. Позже в Гита Говинде есть описание того, как Радика находится в одиночестве. Oh, Krishna, he's so beautiful. И думает, Кришна такой красивый. Even when I saw him kissing another girl, he was still so beautiful then. Даже когда я видела, как он целует другую, он все равно был прекрасен. Тут невозможно это опровергнуть. And then she starts to see Krishna in her heart. Вдруг она начинает видеть Кришну в сердце. Then she sees him outside. А потом она видит его извне. And then she's meeting with him only in her separation. А потом, находясь в разлуке с ним, она встречается с ним. So I realize actually, though you're reading Gita Govinda step by step, song by song, but with this song here and this song here actually are going on at the same time. Yes, as now. And in the Kram, Krishna is experiencing this at the same time as Radharani is experiencing this. Then Krishna is experiencing that, and like at the same time, but in a different place. So Rasa Shastra is like this. Меня осенило, что эти песни, хотя они в разных главах Гит Говинды, но они описывают события, которые происходят параллельно, то есть как Кришна видит спорти Радики в разлуке, при этом что Радика испытывает, то есть это взаимное спорти и что они каждый переживает, хотя эти песни в совершенно разных частях, но вся Раша Састра, она вот такова. Sometimes Radharani is experiencing meeting with Krishna. Иногда Радика в разлуке чувствует встречу с Кришной. And she makes some marks on him. Оставляет какие-то отметины. And Krishna is quite far away, somewhere else in the forest of Vrindavan, but the marks are coming. А Кришна далеко от нее, он где-то может бродить в лесу Вриндавана, и вдруг эти отметины проявляются у него на теле. And then when Krishna finally finds Radharani, she looks at him, oh, what have you done? То есть вот так. And she's angry with him. Meeting with someone else, but he was innocent. То есть вот Радика. It was this is called the prema kala. The argument was made by prem. То есть вот так получается, Радика в спорте, она с ним встречается, во время встречи на его теле остаются следы их встречи, которые она там оставляет, они проявляются на Кришне, где бы он ни находился вдали, и когда он наконец-то приходит на встречу с Радхой, она, видя эти следы встречи с кем-то на его теле, начинает обижаться, ругать и гнать его прочь. Вот это такие ссоры устраивает сама любовь, прямо как она. Sometimes Krishna in his separation, he's experiencing, oh, I am meeting with Radhika. Иногда Кришна в терзаемой разлуке начинает видеть Радху. Radhika somewhere else, in her separation, she's seeing Krishna meeting, how he's meeting in his heart with her, but she's seeing from a third point of view. То есть Кришна. And she's becoming jealous to this gopi, but it's her. То есть Кришна начинает видеть Радху в сердце, общаться с ней. А Радика в это время начинает со стороны видеть эту встречу Кришны с ее спорти, но начинает ревновать, думая, что это другая девушка, с которой он встретился вдали от нее. Брамате ямуна пуйнабани вирай мурари радуна. So like this. So Gita Govinda, you can read it step by step. It's Gita Govinda. But actually, the different songs are related to each other and they're going on simultaneously. Krishna's experience and Radhika's experience. То есть Гиту Говинду можно читать как страница за страницей. На самом деле вот эти песни, они взаимосвязаны. То есть одна описывает состояние субъективное восприятие Радхики, а другая песня в какой-то другой главе описывает субъективное восприятие Кришны во время вот этой встречи в их спурте. So this is called sthan, correlative positions. И вот эта корреляция Poets are writing in this way, but not saying anything. And they just leave it to the Rasik Vaishnavas, they will understand. Поэты это сведущие в системах интерпретации, то есть они нарочно так пишут и ничего не объясняют, то есть в надежде, что у них будут читатели Расик Вайшнавы, которые поймут их. So Shruti Ling Vakya, Pakana Stan, Samakya. Okay, we come to the last one now. So the last one is name. Последнее это имя. Or that is a noun. Существительное. Yeah, a noun. Okay. Существительное. So, and the noun it should be interpreted by the
Yogic. Yogic, that means etymological meaning, not the conventional meaning, rudibriti. И надо интерпретировать в соответствии с этимологическим происхождением этого слова, so, а не с руди врити. The example of Jaimini in relation to the Vedas is this. In the Vedas, there are in a sacrifice there are four types of priests, and one each priest is the expert in one of the four Vedas. То есть ведическое, как Джаймини Риши объясняет это существительное это в контексте Вед, что в ведических ритуалах яги есть четыре категории жреца, и каждый сведущ в одной из Вед. So the priest of the Rig Veda is called Hota. Хота – это жрец, который знает Ригведу. The priest of the Samaveda is called Udgata. Удгата – это который знает Самаведу. The priest of the Yajurveda is called Advaryu. Advaryu – это знаток Яджурведы. And the priest of the Атарваведа is called Брахма. Брахма – это знаток Атарваведы. So there are some mantras called Advara mantras. Есть мантры, которые называются Advara mantras. So who is supposed to say the Advara mantras? Кому положено произносить Advara mantras? Well, we know there's a priest called the Advara yug. Но если есть Advara yug, значит, он, наверное, произносит Advara mantras. Now, which type of ritual should the Advara yug use the Advara mantras? И в каком виде ритуала Advara yug должен использовать Advara mantras? So there's a ritual called the Advarya ritual. Есть ритуал, который называется Advarya. So because Advara, Advaryu and Advarya all are the same word etymologically. They come from the same etymological root. Therefore, we should understand that this priest should say this mantra in this ritual. То есть мы можем догадаться. Based on etymology. So there is Samakya. Same name, Samakya, same, called in the same way, Samakya. Akya, то есть одинаковое у них название, то есть по этим схожестям мы понимаем, что они относятся к одной категории все. So this is applied in Srimad Bhagavatam, in the first canto, chapter 3, where the verse Krishna Stu Bhagavan Swam comes. You look at the first verse of that chapter. Первая песня, третья глава Шримад Бхагаватам, где вот фигурирует Кришна Ступ Бхагаван Своям. Сейчас посмотрим, с какого предложения начинается. It is said, Jagrihei Paurasham Rupam Bhagavan Mahadadini. Bhagavan expanded as the Purush. And then from the Purush, he manifested all the material elements of the cosmos. Бхагаван проявился в форме Пуруши, и затем уже проявил все материальные элементы Вселенной. So then, in our Sruti statement, the emperor, Eite Changsa Kala Pungsa Krishnastu Bhagavan Swayam. The word Pungsa and Paurusham have the same etymological root, so we should know that they refer to the same person by the principle of Samakya. И когда мы вернемся к своему шрути, Кришна Сту Бхагаван Своям, то Пуруша и Пуна... The Пумсаха and Паурушам, they come from the same etymological root. У них одинаковое этимологическое происхождение этих слов. Therefore, it is established that the Пуруш who creates the world is one person, and he has come from Бхагаван. И тогда становится понятно, Пуруша, который создает материю, элемент – это одна личность, он происходит из Бхагавана. Эйте чангса кала пунгса. And all the avatars are coming from the Purush. А все аватары происходят из Пуруши. But Bhagavan, who is a separate and who is the origin of that Purush, Krishna's two Bhagavan Swam is Krishna. Но все аватары происходят из того Пуруши, кроме самого Бхагавана, своем Бхагавана Кришны, который является источником этого Пуруши. So in this way, these are six divisions, Сат-Праман, which compose the cavalry of the emperor in his victory parade. Сат-Праман, шесть, то есть это кавалерия, дивизия императора. Now the last part of the army, the infantry. Пехота осталась еще. That is Абьяс. Абьяс. Finished. This is the cavalry. 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 This is the cavalry.
full of bliss, pure abundance of bliss. Why? Abhyasat. Because it is repeated again and again and again in the Vedas that the Parabrahma is full of bliss. То есть говорится, что Парабрахма, высшая истина, Анандамай преисполнен, он прочур, ну, преизбыток Ананды в нем. Почему? Потому что об этом снова и снова повторяется в Ведах, Абьяса. So whatever topic is repeated again and again should in a book should be considered its main subject. То есть в книге, если что-то снова идея какая-то снова и снова озвучивается, значит это главная тема. So Sri Krishna is the only form of the Lord who is repeatedly mentioned again and again in every single canto. Srila Jiva Goswami has given examples from every canto. Krishna единственная постоянная Бога. You can find them yourself. Снова и снова упоминается в каждой песне Шримад Бхагаватам. И Джива Госвами уже эту работу сделал, если вы хотите перепроверить, он уже это все. But not only that, of 18,000 verses of Shrimad Bhagavatam, more than half of the verses directly deal with the subject of Krishna. Из 18,000 стихов Шримад Бхагаватам больше половины непосредственно связано с Кришной. So in this way, the emperor, Krishna's two Bhagavan Swayam, is going on his victory parade, and all the elephants, the chariots, the cavalry, and the infantry in the form of many abhyas, because there are many, many, many abhyas, infantry are largest in number, they're all going and supporting the emperor's statement and giving joy to all the devotees. То есть таким образом вот это Шрути Кришна Сту Бхагаван Своем, что Кришна это верховная личность Бога, это император, который проводит вот этот торжественный победоносный парад перед всеми своими подданными, и дивизия поддерживает его, идут слоны, колесницы, кавалерия и пехота. И пехота самая многочисленная, вот этот абьяс, повторение этого снова и снова. So in this way, I just want you to understand there's more to Praman Tattva than just looking up a verse on the internet and saying, oh, this proves my point. И о чем сегодняшний класс? Это просто, чтобы донести до вас мысль, что Праман Таттва не так просто, как в Ведафолию зайти, оттуда найти какой-то стих, цитату, и выложить, сказать, вот у меня Праман моей идеи. This is a definite way of misunderstanding everything. Если вы просто выдергиваете откуда-то цитату, ищете там слово какое-то, выискиваете цитату и думаете, что вы нашли Праман, это самый верный способ ошибиться. So Sri Ramadara Goswami said, Yaha Bhagavata Pada Vaishnava Sthane. If you want to understand Srimad Bhagavatam, sit at the feet of a pure Vaishnava by associating regularly, daily with the dear associates of Chaitanya Mahaprabhu. Only then, after some time, you can dive into the waves in the ocean of Siddhanta. И посему Сурабдамадар настоятельно рекомендует всем, что если вы хотите познать, постичь Шримад Бхагаватам, сядьте у лотосных стоп чистого Вайшнава, ежедневно слушайте наставления по Шримад Бхагаватам, постепенно вы начнете тоже купаться в волнах Siddhanta. If you see some statement sometimes which may seem to be against what you have learned from your Guru Prabhupada, don't panic. There's some it fits in a certain way into the whole scheme of the interpretation. И никогда не паникуйте, если so you have to do sangati, reconciliation. Столкнетесь с каким-то высказыванием, которое внешне противоречит тому, что вы узнали у своей Гуру Парампры. То есть не паникуйте, просто успокойтесь, надо провести сангати, примирение. So today we are full of joy because we have seen the victory parade of the Paribhasha Sutra of Srimad Bhagavatam. Сегодня мы радостны все, что мы понаблюдали, стали зрителями на этом параде победоносном Paribhasha Sutra Srimad Bhagavatam Krishna Stu Bhagavan Swayam. Грантарад Srimad Bhagavatam ки! Нитай Гаура Премананде!